все мы рождаемся одинаково. Тем не менее, далеко не все мы рождаемся равными. Кем ты будешь? Кем ты станешь? Некоторые люди – прирожденные лидеры, приносящие великие перемены своему народу. Другие рождаются посредственными, и их жизни ничем не примечательны. Но для некоторых жизнь будет нескончаемым испытанием с нулевыми возможностями. Итак, как же никто может стать кем-либо? Школа была единственным местом, где нулю уделяли внимание. Он усвоил важный жизненный урок по поводу своего места в обществе, и что ввиду его неблагородного происхождения, таким как он, размножаться запрещено. Порой с нулем обращались как с числом гораздо больше. Но это лишь потому, что дети хотели дать ему понять, что ноль есть ноль, какой стороной ни поверни. Пока ноль взрослел, он был постоянно одинок. Несмотря на свое числовое неблагородство, нулю казалось, что он не так безнадежен. Ноль никогда не расстраивался, что бы ни произошло. Он не хотел быть отрицательным числом.
Это был далеко не первый раз, когда Ноль очнулся с истрепанным и избитым телом. Но в этот раз все было иначе. Впервые Ноль позабыл о своем малочисленном происхождении. В компании нового друга он чувствовал себя таким же важным, как 3. Или даже 4. Но самым удивительным открытием было ощущение того, что он кому-то нужен. Жизнь, полная одиночества, растворилась в дымке прошлого. Вместе с осознанием того, что их любовь была запретной. И пока мир продолжал существовать без него, Ноль задавался вопросом, как же ему дальше существовать без его возлюбленной. Новорожденный имел метку бесконечность, самого огромного и уважаемого числа, которое когда-либо встречали люди.
Ноль понимал, что, будучи никем, он создал нечто поистине великолепное. Начало. Перевод предоставил Алекс Джиклас, озвучивал Уиллард Холли. Thank you.